нашу окружающую среду творит архитектор. Он может быть и простым каменщиком, он может быть и плотником, он может быть и, я не знаю, резчиком, он может быть и ювелиром, он может быть и, я не знаю, там, большим каким-то строителем очень. Ведь слово «архитектор» по латыни означает «главный строитель», знаете. Вот я думаю, что, вот, наверное, этот смысл в архитектуре именно и должен присутствовать. Он главный строитель. Любовь к архитектурному искусству, она неосознанна. Я был ребенком, мне было 6-7 лет, в маленьком дворе-колодце по улице Алибайрама 25, где мы жили, в Баку. Там сосед, живущий на первом этаже, выложил кирпичи, и он что-то там ремонтировал у себя на квартире. А я стал из этих кирпичей складывать, понимаете, стенку, и каждый раз эта стенка у меня обрушалась. Но потом мне подсказал мой дядя, который тогда учился на, я имею в виду Гейдара Алиевича Алиева, который учился до войны еще это было, до Второй мировой войны. Он учился на архитектурном факультете, а факультет тогда был при АЗИ. И, значит, он сверху со второго этажа с галереи смотрел, как я там копошусь, чем я занимаюсь. И он мне подсказал, как надо класть кирпичную кладку. И так я выложил под черной лестницей себе такое маленькое помещение со входом. И там собирал свои игрушки и вот занимался, так сказать, если так можно выразиться, любовью к архитектуре. Серьезно, это увлечение уже пришло ко мне в школьные годы, потому что дядя жил у нас, у него были книги по архитектуре, по искусству, у него была логарифмическая линейка, у него была готовальня. Естественно, значит, когда он был на занятиях, я пользовался этими инструментами и часто не туда клал, откуда брал. Вот. Так появился контакт с моим первым учителем Гейдаром Алиевичем Алиевым. Этот человек был уникальной личностью, необыкновенной работоспособностью и талантливый, от природы талантливый, одаренный человек. Помимо этого, он имел хоть и краткое, неполное образование, но он имел архитектурное образование, поэтому он прекрасно знал архитектуру. Он знал полный курс архитектуры, даже он знал историю архитектуры так, как многие архитекторы не знали. Я живой свидетель этого. Ну, много очень было гостей в доме. Приходили гости архитекторы, большие архитекторы. Михаил Алексеевич Усейнов до своей кончины еще. Садык Аликперович Дадашев, Гасан Алиевич Меджидов, Газанфар Ализаде. Вот многие наши выдающиеся архитекторы приходили к нам, они дружили с моим отцом. Дело в том, что, оказывается, в юности мой отец тоже мечтал быть архитектором. Но судьба у него сложилась таким образом, что он стал биологом. Потому что его дядя был биологом, и он его, так сказать, в этом направлении просвещал, развивал.
И так он превратился в такого известного, знаете, ученого-биолога, почвоведа. А в последующем, конечно, это детское увлечение, юношеское увлечение. Я неплохо рисовал, понимаете? Поэтому некоторые друзья моих родителей говорили, что вот он должен стать художником, несомненно. А другие говорили, что нет, его будущее в архитектуре. В частности, никогда не забуду Михаила Лискевича Усейнова, который вот так вот все время утвердительно выражал свое отношение ко мне. Так оно случилось после окончания десятилетки в 1952 году. Я поступил в Азербайджанский политехнический институт. Тогда при этом институте был факультет архитектуры и строительства. Я поступил на архитектурное отделение этого факультета и проучился там 6 лет. Живопись для меня наслаждение, а архитектура – это творчество. Это творчество. Это не просто работа. Это творческая работа. А живописью я просто так во время досуга, во время отдыха я могу отвлечься. Но я всегда и с детства, и потом юношество, молодость, я на натуре работал. Я никогда не фантазировал ничего. Я с натуры писал пейзажи, портреты. Вот вы здесь видите ряд портретов, например. Вот видите, там портрет одного моего школьного еще товарища, когда мы учились в 9 классе, в 6 школе. Сейчас он жив-здоров, он живет в Чикаго. Это вот портрет. Вот здесь, наверху, акварельный портрет, это Дима Зликан. Но это все с натуры, это все с натуры. Все это с натуры. А там детские рисунки мои, это мама моя сохранила. Потом я их в раму одел. После окончания вуза меня хотели направить как-то на политическую работу, но я от этого отказался. И по направлению я пошел работать в Азгосарт-проект, в мастерскую к Михаилу Сергеевичу Усейнову. И был у него одним из таких сотрудников, которому он доверял ответственные чертежи, ответственные, так сказать, покраски и отмывки, и все то, что касалось вот тогдашних его больших работ, это здание президиума новой академии в Нагорной части города. Вот этот комплекс тогда он еще проектировал и начали строить, и его работы, знаменитые работы. Жилой дом, например, на набережной возле старого интуриста. Это дом академиков, так сказать. Над всеми этими работами мы работали. Потом пришла эпоха Хрущева. Было раскритиковано, так сказать, архитектура так называемого почему-то украшательства. И была эпоха типизации, типового проектирования. Были поставлены новые задачи совершенно. И идеология, послевоенная идеология, она вот
после разрушенных городов Советского Союза. Ну, Баку-то не пострадал от этого. Но, тем не менее, везде, всюду пошли строительства, массовое строительство жилых домов и соответствующие инфраструктуры, школы, детские сады, ясли, комбинаты бытового обслуживания, там, торговые учреждения, спортивные учреждения, которые размещались на территории вот этих жилых микрорайонов и жилых районов. Вот этим мне приходилось заниматься почти 2 с лишним года. Через 2 с лишним года я поступил в аспирантуру. В аспирантуру по специальности градостроительства. Мне приходилось все время ездить в Москву, в Баку, вот, и там заниматься своей научной темой. А тема была такая – реконструкция исторически сложившихся городов на примере города Баку. Неоднократно, когда я еще был аспирантом, приезжал в Москву Алис Джамильевич Лимберанский. Мы с ним познакомились еще в 1959 году, когда он поручил мне работу сделать проект реконструкции улицы Торговой или Низами, ее превратить в пешеходную зону и там предусмотреть, конечно, там магазины современные, там кафе, рестораны и прочее, прочее. И он мне предлагал, что тебе надо подготовиться и тебе надо вернуться в Баку после окончания аспирантуры. Ну, так оно случилось. После аспирантуры я получил направление, опять-таки, Возгоспроект. Приехав туда, вскоре меня назначили заместителем руководителя мастерской. Это в 1963 году. Это начало 60-го года это было. Я вернулся из Москвы в Баку на лето. И столкнулся с тем, что стали там разрушать всякие ветхие здания, которые там были. Вечер-вечер. Но без осмысления градостроительной ткани, без осмысления важности тобойного сооружения в историческом, культурном плане, понимаете? А вот так вот, такое волюнтарное решение было снести все, что в Чаришаар, на территории, так сказать, внутри крепостных стен, оставить 46 памятников, ну, Девичью башню, ну, понимаете, дворец Ширваншахов, овданы какие-то бани, какие-то там базары и так далее, что-то такое оставить, 46 памятников, мечети, кстати говоря, а все остальное расчистить и там поставить 2 небоскреба гостиничных для обслуживания иностранных туристов. А недалеко от Девичьей башни построить ресторан. Вы знаете, мне показалось это дело уже кощунством. Почему? Потому что снести всю летопись, историческую летопись, с лица земли так необдуманно, так смело,
Я бы это не назвал смелостью, я бы это назвал скорее безумием или глупостью. Ну, вот такая была идея. Вот в это время мы вмешались. Там был не только я, там еще была группа архитекторов, еще студентов. Вот мы тогда фактически спасли от разрушения вот эту крепость, понимаете? И началась вот эта эпоха работы над проектом регенерации Чаришахр. Вот этот проект возглавил я и привлек к этой работе молодых архитекторов из числа студентов, понимаете? И фактически мы работали как волонтеры. Мы бесплатно, мы работая каждый на своем участке или обучаясь, вечерами собирались после рабочего дня или после занятий там, собирались вместе и за свои средства, ну какие средства у нас были, мизер, но мы сделали огромную работу, регенерация исторического центра Баку и Чаришахр, которая была утверждена Советом Министров Республики в 1986 году. И вот на основе этой работы все сейчас работы по Чаришахр, по восстановлению, по реконструкции, по регенерации отдельных зданий и помещений, и площадей, и улиц, и создание там микроскверов и так далее. Все это происходит на основе той работы. Я думал, возвращаясь с учебы домой после института, я думал, вот если бы я мог повлиять на решение в городском масштабе. Поступило приглашение со стороны мэра города Баку, Лимберанского. Я пришел к нему, и он мне предложил должность заместителя главного архитектора Баку. Ну, первоначально я, откровенно говоря, не хотел отрываться от творческой работы, потому что я понимал, что это больше административная работа. Но он меня как-то убедил в том, что я должен быть там. Поскольку Вадим Михайлович Иванов, тогдашнему главному архитектору города, уже наступил у него пенсионный возраст, и ему надо было готовить замену, то меня принял сам Иванов Вадим Михайлович. После длительной беседы я запомнил его слова. Вы знаете, специальность, профессия главного архитектора, она не преподается ни в институте, ни в аспирантуре и ни в какой академии. Надо пройти практику непосредственно на производстве, в администрировании, во всем. И я вам даю 3 года срока. Если вы пройдете у меня это испытание, из вас получится главный архитектор Баку. Ну а если не получится, тогда будете заниматься архитектурой отдельных зданий и сооружений. И судьба повернулась таким образом, что через 1.5 года покойный Вадим Михайлович зашел ко мне в рабочую комнату и говорит: «Я вас поздравляю, вы сахановец». В общей сложности там проработал порядка 25 лет. Точнее сказать, на посту только главного архитектора я проработал 23 года.
А заместителем я до того, до назначения главным архитектором, я работал с 65 по 74, 9 лет. Вот эпоха опыта, который, так сказать, я приобрел за эти годы. Ну, всем известно, что Баку – это старый нефтяной город. Если можно так выразить, это нефтяная академия чуть ли не на планете, потому что еще в средние века отсюда вывозили нефть и продавали. Это не промышленным путем развивалось. И продавали зарубежные страны в виде горючего материала, в виде, понимаете, топливного сырья. Дело в том, что градостроительство – это очень серьезная наука. Очень серьезная наука. Понимаете, она в себя вбирает то, что на поверхности земли – это архитектура, это благоустройство, это сады и парки, это дороги, это площади, это виадуки, там, я не знаю, там путепроводы и все такое. А то, что под землей, очень важно. Под землей какая земля? Ее геологическая структура. А что под этой структурой находится? Там есть ли какие-то ископаемые, какие-то другие, какие-то важные, ценные исторические слои? Или какие там коммуникации проходят через тело всего города. Перед нами стояли глобальные задачи, большие задачи, очень серьезные задачи. С одной стороны, понимаете, органичная, научная, обоснованная, так сказать, градостроительная политика, с другой стороны, так сказать, руководящие, так, идеи коммунистической партии обеспечением каждой семьи отдельной квартиры. В периодах градостроительства Баку после средневековой архитектуры Чари-Шагар три этапа развития, можно сказать. Первый бум – это когда началось промышленное освоение бакинской нефти и нефтепромысловых территорий. Это относится, конечно, к началу прошлого века, к концу позапрошлого, началу прошлого века. И до, можно сказать, до начала Второй мировой войны. До начала Второй мировой войны. Конечно, какое-то затишье во время Первой мировой войны тоже было. Да. Но это первый этап вот такого бума. Второй этап развития Баку. Он, можно его обозначить с именем Гейдара Алиевича Алиева. Это 1969 год. Июль месяц, когда он был назначен руководителем республики. Еще до 69 года, во времена работы мэром города Баку Алишера Амильевича Лимбиранского, был создан такой градостроительный совет. Он был при мэре города, при Алишере Амильевиче Лимбиранском. Членами градостроительного совета были не только градостроители, ведущие архитекторы республики, но и представители интеллигенции, ученые, физики там были, математики были, там, я не знаю, биологи были, экологи были, там были композиторы, там были писатели, поэты, художники. В этом градостроительном совете этот организм обсуждал все большие проекты. Потом, когда пришел к руководству Гейдар Алиевич Алиев, этот совет как-то перекочевал
в аппарат Центрального комитета. И им руководил сам непосредственно Кейдар Алиевич Алиев, понимаете? Первый секретарь. Обсуждались все наиболее ответственные сооружения в центре не только Баку, но и других крупных городов Азербайджана, Гянджи, Сумгаита и так далее, и так далее. Понимаете? Вот градостроительный совет – это был такой коллегиальный орган на полных демократических основах созданный. А он стал еще более демократичным под руководством уже самого Гейдара Алиевича Алиева. Понимаете? Выслушивались все рекомендации, все замечания, все предложения. Понимаете, тогда начался второй бум или второй ренессанс, я бы сказал, Баку и градостроительства и всей, так сказать, архитектуры. Не только Баку, но и всего Азербайджана, кстати говоря. И, наконец, третий этап. Третий этап – это вот тот этап, в котором мы сейчас живем. Это 2003 год по сегодняшний день. Это этап самого, пожалуй, невообразимого, не даже это этап, я бы назвал это чудо какое-то. Потому что я никогда не мог себе предположить, что те идеи, которые мы заложили в генеральный план развития Баку до 2006 года, что я при жизни это увижу. Ну, за короткое время это осуществилось. Посмотрите, если взять только набережный бульвар, всего было 3 километра, а стал не 15, а стал уже 18 километров. Разве это не чудо? Или возьмите, например, так называемый Зимний бульвар. Это начиная от Сабунчинского вокзала до Академгородка на верхнем плато Бакинского амфитеатра. Ну, вы знаете, где Академгородок, где комплекс расположен. Все бакинцы его знают. Вот реализация этого проекта – это, конечно, невообразимое. То, что произошло за последние 15 лет в Баку, и не только в Баку, а по всей республике, по Азербайджану, это, конечно, это настоящий ренессанс. Каждый нормальный человек, он должен любить свою родину. Любовь есть к семье, близким, к детям, любовь к родным, любовь к друзьям есть близким, а есть большая-большая любовь там, где ты живешь, это твоя родина, там, где ты вырос, где прошла твоя жизнь. Это родина. Понимаете, она может быть маленькой деревней, она может быть их друзей. И очень скучаем друг по. Все работают по специальности, по профилю. Если я доживу до такого дня, когда люди перестанут воевать и друг друга уничтожать, вот это будет самым счастливым днем. Но я, наверное, этого не увижу. Потому что человечество еще неразумно. Человечество еще, к сожалению, оно никак не может понять, что настоящий рай на земле, что здесь надо жить и наслаждаться этой жизнью, любовью ко всем ближним, ко всем окружающим, ко всему живому. А все живое
и камни живые, и реки живые, и деревья, и леса живые, и небо живое, все живое. Я переживаю тот возраст, когда человеку тяжело. Конечно, приходится как-то беспокоить окружающих своим состоянием, своего здоровья и так далее. Но это не главное. В этом тоже свое счастье есть.